Внимание всем подразделениям. Возможно, у нас есть подозрительное удостоверение личности в центре жилого комплекса на бульваре Саншайн. У нас есть подтверждение. Мы идентифицировали личность подозреваемого. Фамилия Черный. Имя Крис. Прозвище Ворон. Местонахождение в квартире жилого комплекса. Саншай 2А. Подозреваемого считают вооруженным и очень опасным. Соблюдайте осторожность. Остановитесь, или я открою огонь. Гражданин, это полиция Лос-Анджелеса. Выйдите, руки за голову. Я повторяю, выйти с поднятыми руками за головой. Гражданин, положите руки за голову. Всем доступным подразделениям. Подразделение 75 в настоящее время с подозреваемым. Юго-западный переулок на Мейн-стрит 7. Подозреваемого считают вооруженным и очень опасным. Спасибо за ваше сотрудничество. Прекрасный день. Внимание всем подразделениям. Подозреваемый движется в северном направлении на Секро Роуд. Всем подразделениям. Следовать по указанным координатам. Приближаюсь. Какого черта? Эй, парень, ты кто такой? Ты мне машину поцарапал? Эй, тебе повезло, что у меня досрочное освобождение, а то бы я навалял тебе. Эй, что ты там делаешь, а? Чего ты там возишься, а? Остановитесь, или я открою огонь. Гражданин, положите руки за голову. Это мое последнее предупреждение. Подразделения 55 и 75 были ликвидированы подозреваемым. Сотрудники оперативных подразделений, заблокируйте все выходы из города. Не позволяйте подозреваемому скрыться из города. Повторяю, не позволяйте подозреваемому скрыться из города. Эй ты, большой робот, выйди из моего переулка. Черт! Подозреваемый! Это полиция Лос-Анджелеса. Скрепите пальцы за головой. За что? Подозреваемый, выйдите со скрепленными пальцами за головой. Это мое последнее предупреждение. Положите руки за голову. Я повторяю. Положите руки за голову. Всем подразделениям. Код ответа 3. Подозреваемый все еще на свободе. Фамилия Черный, имя Крис, прозвище Ворон. Озвучил Александр Райдер в 2015 году.